Ребята, приветствую всех на канале. Сегодня у меня в наличии все три мои звезды. Стоковая на 14, которую я уже ставил на 15, и пришла новая на 16. И есть у меня штангенциркуль. Почему штангенциркуль взял, сейчас расскажу. Смотрите, эти звезды одного производителя. ТММП. Дженуэ оригинальная. И здесь Дженуэ оригинальная. Но когда я заказывал эту, вот на эту звезду очень много отзывов и очень много покупок. На эту звезду меньше отзывов, меньше покупок. Но в описании к этой звезде написано, что сделано по заводским параметрам. Здесь такого не написано, поэтому мне момент этот стал интересен. Смотрите. Меряем толщину этой звезды. Толщина звезды 7 мм. 7 мм и целиком 7 мм, где зуб, толщина, и 7 мм между зубьями, где ролик цепи, куда ролик цепи заходит. 7 мм. Ну, чуть тут даже вот наработочка небольшая есть, но все равно 7 мм. Меряем по заводским параметрам. 7 мм у зуба. 7 мм между зубов. 7 мм. Ну, получается, что толщина полностью 7 мм. У стоковой и по заводским параметрам, у которой 16 зубов. Берем эту звезду. Она идет тоже 428 и 15 зубов. Но почему тут фаску сняли? То есть меряем так. 7 мм. Но здесь бортик, она... Видите, здесь фаска снята. То есть у основания зуба это уже не 7 мм. То есть толщина зуба почти 6 мм. Ну там 6 с микронами. Между зубов тоже 6 с микронами. То есть здесь она тоньше, чем стоковая и чем 16. Ну и чем ту, которую я купил на 16 зубов. Получается, цепь здесь будет иметь больший зазор право-лево и гулять на этой звездочке. Поэтому это, так сказать, информация к размышлению. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но все-таки я, наверное, рекомендую использовать звездочку с толщиной 7 мм, как заводская. Так что вот такие дела, ребята. Пишите в комментариях, насколько это важно, не важно. Ну, я, знаете, бывает до каких-то моментов очень мнительный человек, и поэтому все-таки я, даже если не буду ездить на 16-й звезде, я найду 15-ю звезду, которая будет именно 7 мм. Спасибо за внимание. Пишите комментарии.